Что такое социальная политика и достаточно ли 3% государственного бюджета для финансирования образования? Эти и другие тонкости структур главного финансового документа ребятам рассказывают на уроках «Бюджетная грамотность для школьников». Ольга Голдобина заинтересовалась. Эту информацию считает полезной. Я считаю, что они, в общем-то, во многом помогут нам в будущем. Например, я буду знать то, как вообще наша система госбюджета строится, какие приоритеты есть у нашего государства. И также я могу понять, как это влияет на мою собственную жизнь, на жизнь моей семьи, на жизнь моего края. Бюджетная грамотность для школьников – совместный проект Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка. Прикамье вошло в число 3 пилотных регионов, в которых запустили новый курс. Занятия будут проводить в 4 учебных заведениях Перми – 4-м и 10-м лицее, 25-й и 102-й школе, а также в 6 учебных заведениях на территории края – в Краснокамске, Кунгуре, Добрянке, Суксуне, Кондратово и поселке Комсомольский Кунгурского района. Бюджетная грамотность – это одна из составляющих работы на финансовом рынке. Для детей, на наш взгляд, очень важно знать, куда идут общественные деньги, да, что такое бюджет, как этот бюджет может помочь им в жизни и какие обязанности у них существуют по отношению к бюджету, который им помогает на определенных этапах жизни. Кроме бюджетной грамотности, в учебных заведениях Перми проводятся и уроки финансовой грамотности. Школьников и студентов знакомят с базовыми навыками управления личными финансами, составления бюджета и правильного расходования. Профессионалы-финансисты, эксперты Пермского края учат оценивать и финансовые риски. Подрастающее поколение должно войти во взрослую жизнь с каким-то пониманием того, что финансовая грамотность необходима для того, чтобы достигать своих финансовых целей и быть вообще финансово успешным. И моя задача привлечь людей к этой, привлечь учеников именно к этому вопросу, чтобы у них возник интерес, и после этой лекции каждый из них хотя бы что-то погуглил, хотя бы что-то записал и, может быть, начал что-то делать. Уроки финансовой и бюджетной грамотности в крае пройдут до 16 сентября. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику финансистов, который отмечается 8 сентября. Татьяна Александрова, Владислав Рашидов, Андрей Соловьев, телекомпания «Ветта».